Хай, Metalheads! Желает успеха тебе, Макс Вехов! Вот на Лыксе продал фанату. Такой был пиратский носитель Спюрк. Вот фанат Спюрка, только Спюрк купил. Вот. Пенумбру, вот, Fear Factory, Goddess of Itchar, блин, какой-то. Короче, вот, подтвердите сделку, вот. Заказ на 180 гривен. Вот. Человек уже у меня несколько раз покупал, по-моему. А может и постоянный, пока я не помню. Покупатель. Блин, я сейчас еще болею, блин. Вот, чувак, короче, ну, наверное, минимализм любит. Ну, может, нищеброд, наверное, скорее всего. Людям не доверяет. Вот, здравствуйте, ля-ля-ля. Хочу это самое. Я ему еще каталог скинул, он написал, жаль, больше не нашел Спюрк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А можно? Вот, готов купить у вас эти три позиции, что прописал выше. Объединить их в один лот. Он даже не знает, что это нельзя делать. Ну, ладно. Я говорю, хорошо, напишу, цену, они там три диска по 60, 180. Ну, и по еще гадгари у меня есть. Ну, а он написал, что это не Спюрк. Ну, не Спюрк, так не Спюрк. А по звучанию и сам диск такой же толстый, все в порядке. Ну, короче, ладно. О, пишет, та самая. Максим, вы два других CD уберите из продаж. Ну и добавьте в одно объявление. А то если кто нажмет на кнопку в это же время, будет весело. Это, конечно, гипотетически, но все же возможно. Короче, какой-то, может, математик, физик. Чокнутый какой-то. Чокнутый профессор, короче. Ну, я, короче, написал ему, слушай, чувак, не переживай. Я уже много так делал, без моего согласия никак не получится. Я подтверждаю сделку, если кто-то что-то хочет у меня купить. А я могу и игнорировать, ну, как бы дал понять. А добавить в одно не получится, потому как можно только одну единицу товара указывать. Я так часто продаю, несколько штук устно договорились и все. Хорошо, сейчас вот напишу, хорошо. Блин, кашель. Сейчас надо будет подтвердить это дело. Вот и лык заставка. Наконец-то. Вот стоимость доставки 45 гривен. Комиссия за перевод 3,54. Стоимость товара 180 гривен. Вот есть. Вот. Товар требует вашего подтверждения. Вот. Подтвердить. Пожалуйста, подтвердите продажу. Подтвердил. Вот. Подтверждена. Вот, ага. Ну, а сейчас мы это сфоткаем, как я обычно делаю. Где там этот, блин, ТТН-ка? Я не успел, блин. Сейчас мы крупнее нарисуем. Ай, блин, как она надоела, все. Блин. Опять не вижу ничего. Гараж. Конченый, блядь, телефоны эти. Андроиды эти дурацкие, блядь, придумали хуйню. Ну. Короче, блядь, нахуй. Потом сфоткаю. Время терять вот это. Вот, короче. Львовская. Сейчас еще сделаем. Ой, блядь. Неудобно ж, пиздец. Такое говно придумали эти андроиды сраные, блядь. Сука, говно, блядь, а не телефоны, блядь, скажу вам. Неудобная хрень вообще, блядь. То есть, получается, не он ко мне приспосабливается, а я к нему, блядь. О,
Все. Наконец-то эту хрен сделал. Так, это завтра отправлю. Вот, подтвержден. Все, пошел запаковывать. Кстати, музло играет мое. Минуса я вот сейчас дома. А, чай с лимончиком. Классная тема. Так, все, пошел запаковывать. Вот, кстати, я же играю тут, да? Вот это, вот комбик. Без понтов, в натуре играю. Вот. Как раз, я же занятой человек, я же не сижу тут. Диски, ну, надо думать, что только диск. За счет дисков живу. Вот гитара, смотри, подключенная. А вот диски, сейчас будем запаковывать. Диски эти, хуиски. Так. Так что чувак, видно, не знает, что без согласия, ну, понятно, минимализм, что ему нравится этот спирт, что он лучше, чем Iron Shot, это фанат старого барахла, тю. Ни картинок нету, ни хуя, блядь. Это что, та же болванка, тю. Мне лично непонятно. Непонятно, честно говоря. Вот. Это я сюда положу для, так сказать, пущей важности. Вот. И сейчас мы это дело... Так. Так. Вот так. И сейчас что-нибудь еще завернем. Мне этой штуки не жалко, в принципе. Много ее упаковочной этой бумаги. Тем более диски должны доехать. Вот, ну хватит. Тоже слишком много будет. На 180 гривен. Вот это уже. Скотча может не хватить. Скотча не купил бы. Как-то не подготовился. Так, ну все, вроде никуда оно не денется. Вот, раз. Все. Там понаклеено тут, конечно, всякой еретической херни тут. Так, что сюда заклеить? Опять что-то надо. Точно новый надо идти покупать. Что можно сказать по этому поводу, блин.
происходит. Ну вот, точно. Скотч закончился. Ну, вроде запаковал нормально. Моя почта должна приебаться. В футбол можно играть. Посылкой. Хорошо, все окей. Все, пока-пока всем.